парад гигантских воздушных шаров в виде знаменитых героев комиксов и мультфильмов прошел в Брюсселе. Шествие надувных кукол стартует от Королевского дворца. Над улицами бельгийской столицы проплывают бесстрашный ковбой-счастливчик Люк, персонаж «Звездных войн» робот BB-8, герой мультфильма «Рио» Голубчик и пингвины Мадагаскара. В грузовичке проезжает газетный репортер Тинтин. Это замечательно. Очень необычный праздник для детей. Им нравится счастливчик Люк и многие другие комические персонажи. Конечно, это прекрасно. Все замечательно. Нам надо снова провести такое шествие. Буду с нетерпением ждать следующего года. Бельгия подарила миру множество героев комиксов. Среди них голубые гномы-смурфики, находчивый, но ленивый Гастон Лагав, вымышленное животное Марсупилами и многие другие. Рисованные истории бельгийцы с уважением называют девятым видом искусства, которое идет после поэзии, кинематографа и телевидения.